Турист, часть, возможно, 15-я. Находили мы 1,5 километра после выхода с леса, может быть, больше. Знаешь, что это значит? Что это значит? Туристический маршрут повышенной сложности. Лево-право, да, тяжело? Ну, на велосипедах, бо это велосипедная дорога. Ага, понял. И пришли мы к той точке, к которой мы поднимались. Идем на выход. Туда уже вот на... такой букет у нас с ягод нарвали. Видно? Конечно. Туда наверх уже неохота подниматься. Бы усилился ветер. Погода, возможно, +25. Возможно. Но еще не близкий путь вниз. Да не, наверное, не полчаса. Да, гора сама. По нашим подсчетам непонятно, сколько метров над уровнем хаты, но в интернете посмотрели. 1500 над уровнем хаты. Вот такая у нас сегодня вершина была. А вот те бабульки, которые там собирают, то, наверное, каждый день ходят сюда. Бизнес-вумен Закарпаття. Все, до связи.